Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас новинка 2019 года – телевизор LG 49UM 7490. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 49 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка Direct LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Насладитесь еще более реалистичным изображением в формате 4К с высокой детализацией и яркими цветами на IPS-экране с разрешением в 4 раза выше, чем у формата Full HD. В режиме 4K Active HDR каждый кадр оптимизируется, детализация усиливается, а цвета становятся более глубокими. Благодаря формату Multi HDR, включающему в себя HDR10 и HLG в сочетании с технологией динамичной покадровой коррекции LG, вы можете наслаждаться любым видеоконтентом в превосходном качестве HDR. Быстрый и точный 4-ядерный процессор устраняет шум, обеспечивая более динамичную цветопередачу и контрастность. Картинки с низким разрешением масштабируются и восстанавливаются, становясь по качеству ближе к формату 4К. Малейшая разница в цветовых оттенках быстро и точно распознается, благодаря чему цвета становятся более насыщенными, четкими и реалистичными. С какой бы стороны от телевизора вы ни сидели, с широким углом обзора панели IPS 4K вы будете зачарованы поразительной реалистичностью. Цвета отображаются почти со 100% точностью, даже с угла в 60 градусов. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели 207 сантиметров. В модели применен простой дизайн с тонкими кромками белого цвета. Кроме элегантного вида, подобный дизайн позволяет аккуратно и эстетично вписаться в домашний интерьер. Размеры телевизора 110 см в ширину, 65 см в высоту, толщина 8,1 см. Вес 12,2 кг, цвет белый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 200 на 200. На панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход – Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система WebOS 4.5. Технология LG ThinQ AI открывает много новых возможностей для голосового управления. Распознавание разговорной речи позволяет поддерживать диалог с телевизором и получать индивидуальные рекомендации в соответствии с вашими предпочтениями. Со встроенными динамиками вашего телевизора звуки доносятся со всех сторон, и вы прочувствуете насыщенный, безупречный многомерный звук. Выходная мощность 20 Вт, по 10 Вт на каждый из двух динамиков. Звук можно передавать по Bluetooth. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого телевизора. Корпус картонный, звук средний, неудобный аэропульт, голосовое подтормаживает, плохие углы обзора, кривая рама экрана, засветы по двум краям в темное время суток. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Телевизор неплохой, на свои деньги и нормально. Smart TV летает. С компьютером соединился через LG Smart Share вообще без проблем. Качество картинки хорошее. Читает все форматы. Настраивается и работает быстро. Пульт очень удобен. Хороший звук. Плавная картинка. Возможно, вы станете владельцем этого телевизора. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!